Татарстан рад возможности развивать сотрудничество с иранскими партнерами. Сегодня в Доме правительства Рустам Миниханов встретился с губернатором провинции Хорасан Резави Али Резой Рашидзияном. Стороны обсудили варианты развития двустороннего сотрудничества в бизнесе и туризме. Выбрать участок для голосования на президентских выборах можно будет и в многофункциональных центрах. В эту кампанию открепительных удостоверений не будет, и их заменит голосование по месту фактического нахождения. Столица Татарстана заняла третью строчку в рейтинге самых популярных у российских туристов городов страны. Такие данные предоставил один из сайтов по бронированию жилья. Лидируют в списке Санкт-Петербург и Москва. В Казани туристы бронировали жилье в среднем на 4 ночи.